Да. Букаха малая и та жить хочет. Господи, прости мне окаянному. Пересвет, ищут тебя везде. Отец Сергий хочет тебя видеть. Идем, Осляга. Замешкался я. Глянь-ка, а кто это? От великого князя гонец. Меч крепко держи. Одно неверное движение, и раны не минуешь. Улегши, Пересвет, молец ведь и шо. Эх, позоришь дядьку, чему учил-то. Но страх в глазах. Твой приговор на смерть. И велика храбрость с мальцом воевать. А ну, на мне попробуй. Ух ты! Здорово! Что, у тебя в Брянске все такие? Да не один. Вон Ослябя. Воин тоже славный. Тогда отдай Пересвета мне на службу. Да, княже, как же... Собак у тебя, князь, много. Воинов мало. Дань большой в этот год. Охрана нужна. Поедешь с Мурзой. Я? Чтоб ни один волос не упал. И дань собрать сполна. Не то Москву сожгем. Хороший город, богатый. Собрана сполна, мечом более не служу. Отпусти, княже, в монастырь ухожу. Уходи. Благослови, отче. Великий князь едет. Сеча предстоит, доселе невиданная. Меч снова в руки брать. Железо ты, железо, окаянное. Хотел я от тебя в монастыре укрыться. В ноже ли зло? Мы хлебом нарезаем, но этим же ножом в безумстве гнева кровь людскую проливаем. Зло исходит из сердца. И оскверняет душу человека. Да, Господь сказал, не убий. И он же сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Где же правда? Когда враг угрожает тебе лично,
то можешь и стерпеть. Но если смерть угрожает нашим близким, то долг твой в руки взять оружие и защитить. Отдай Мамаю и злато, и серебро. И по смирению твоему Бог не попустит им одолеть нас. Все это я уже сделал, отче. Да Мамай полки к Дону двинул. Тогда ожидает гордеца гибель, а тебе, князь, помощь, милость и слава от Господа. Дай мне из своего полка двух воинов, Александра Пересвета и брата его Андрея Ослябя. И ты с нами, отче, вместе поборешься. А Пересвета за дерзость тогдашнюю не виню. Молод он был, вспыльчив. И слабы мы были тогда, зубы свои показывать. Победишь врагов твоих. Вот вам, дети мои, оружие нетленное. Да будет вам оно вместо шеломов и щитов бранных. С Богом! А вы куда собрались? Мы тоже на войну! Вот и выросли соколики. На вас дом остается. Лапти завтра мальцам отдашь. Да, да, сынок. Берегите себя. Ну, пошла, милая. Спаси и сохрани. Пиши скорей. Без нас! И что думали? Куда? Окаянные! Ой, беда! Усы утекли. Сегодня переправимся. Ага, а увидят. Вот завтра не до нас будет. Ладно, спи уже. Наши мальчики. В руце твои, Господи, предаю дух мой. Thank you.
бою будьте, где почтете нужным. Ну, с Богом. В вас правда и сила Божья. Свою дружину в засадный полк поставь. Главное, не торопись. Добро, княже. Посмотрим, на чьей стороне боги. Сменяемся, братья. Копье надобно. Да как же ты без меча-то? Против этакой силища? Да не в мече сила, а в правде Божьей. Простите меня, грешного. Ого, простил. Господи, укрепи братьев моих. Наша власть! Прими, Господи, душу раба твоего Александра. Эх, а ведь сколько жизней спас от этого вепря. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Thank you.
Пора. Надо было плыть. Потерпи, миленький. А у тебя какого цвета щит будет? Зачем мне щит? Мне меч нужен. Где ты его возьмешь-то? Найду. Или отберу. Мой удел со всеми общую чашу испить. А князя должны видеть. Пока. Положим всю конницу зазря. Уже истяк, княжий пал! Да, бодры еще рати Мамаева. Нету мочи видеть, как полки тают. Пущай сперва свои резервы пожгут. Ну вот, наконец-то. Вон, гляди. А он что, мертвый? Кто ж его знает-то? Ух, тяжелый. Наверное, раненый. Не знаю.
Батюшки ты мои. Марфа! Марфа, воду неси, еще один. Да бегу. О, Андрей, смотри, кажись, наша лодка. Потерпи, родненький, потерпи. Ну, давай скорее. Марфа! Вася! Васенька! Живой! Тетя! Мама! Матерей, не позорьте! Да, от нашего полка и половины не осталось. От моего полка я один остался. Теперь и наше времечко приспело. С нами бой! С нами бой! За Русь! Мамай, победа, княже! Полная победа! Свободны! Слава тебе, Господи!